Стрим-снайперы, здорово, смотрите, стрим-снайперы, смотрите, я нажимаю поиск. Стрим-снайперы. Поиск нажимаю, да, проверьте. Testfate.ru. Регистрируемся и логинимся на сайте. Выбираем понравившийся товар из списка. Покупаем необходимое количество Fate Points. Расплачивайтесь скинами из CSGO и Dota 2, кредитными картами и другими платежными системами. Жмем рискнуть на понравившемся товаре и ждем начала процедуры выбора победителя. Если вы выиграли, вам на e-mail придет ваш товар. Все самые лучшие топовые игры, внутриигровые предметы и валюты только на testfate.ru. Первым 100 зарегистрировавшимся один Fate Point в подарок, который вы можете потратить на компендиум, подарочный сертификат M-Video или на ключи для CSGO. Спешите быть первым! Звук! Звук! Пудла! Плюс звук. Все, что говорил, кануло в лету. Если вкратце, я жаловался на жару, что все очень плохо. Так, за фики, наверное, наш... Не буду командить никого. Хотя... Можно очки давать команде, когда фик хороший. Снайпер кэрри? Не, я не буду давать очки команде за снайпер кэрри. Я это расценил как коммент хорошему пику. Хотел дать бонусные очки. Attack! Короче, я жаловался, что лето началось, и все очень плохо. И говорю, что у меня новая вебка, но аниме по БГ стримить не буду сегодня, поэтому... Наконец-то! Вебку хуй проверить. Кукулити, это на лайвелосы компидоса. Да-да, я. Давай лучше на кондиционер, если ты не против. Battle will commence in... У меня уже, ну, компедиум 76-й. Добрый початок! Плохо то, что у меня... Ну да, мне... Ну что еще? Хватит байтить. Включи микро. Аварийный выход. Бля. Ну, понимаете, это ты вот прокачиваешь стрелу для ПБ, и в итоге имеем, что имеем. Хули мне осталось снова старше? Они вард еще убили. Лол. Я Эллендран так и не получил, как я буду играть. Мне не дают виндрам получить, почему не могу один уровень получить? Что за хуйня? Try this on for size. I'm way ahead. Not so safe harbor, eh? Yep. Already moving. Ёбаные дауны. Слишком тяжелая харда. As the arrow flies. Несмотря на мой ФБ, я в говне. My feet fly. You've got my wind up. On it. Тут буду сидеть, скорее всего, пока, да, сейчас. I gust onward. Ну как пока, да, не знаю, наверное, буду еще умирать. Я думаю, я еще один раз умру точно. Это очень тяжело. At them. Кунки, блять, ёбаные. On it. Давайте маха харасить. Он без портмена, поэтому, в принципе, это умно. Ну что еще? Да хоть холодильную камеру. Спасибо. У меня компендиум уже левел 86. Спасибо БТВ Васе Орловой. Фанатка мне подарила компендиум. Attack! Рыли, парни? А я все думал, когда же ты появишься? It shall not be. Спасибо за 2К. Здравствуй, Виталий. Я твой фанат. 2К плюс. Поздравь, пожалуйста, меня с днем рождения. Заражаю тебя на плюс мораль, если не включил микро-включи. И плиз попробуй прочитать мой микрофлан, чилик. Ямамото и Сороку.
Что-то изи было. Спасибо, спасибо большое за 2К. Все на кондиционер. Началось ебучее лето в скобочках ад. Я в аду. Ты один только без кунки? Already moving. Of course. А тогда я вас не боюсь. Like the wind. Окей, боюсь. Окей, я умер. On it. Я хочу суперсмерть. Только не давайте антимаг у меня. Нормально. Ну, как бы ничего не поделать, сложно. Ничего страшного. Не зря его коцал. Я его харасил 24 на 7, не зря. Главное это не пить за какой-то внешней проблемой, типа там из-за доната или чего-то такого. А я поздравил человека с днем рождения. Грац еще раз. Удачи и здоровья. Я вдруг забыл. Потому что я забыл или нет. Да, вот так вот. Я забыл ли я или нет. Я всегда желаю удачи и здоровья всем, кстати. Потому что нет ничего важнее в жизни. Ну что еще? Привет, Артас. Спасибо за стримы. У меня к тебе вопрос. Стримишь ты ради сабжей или работяг, которые тебя смотрят? Посмотри, пожалуйста, пару видосов после игры. Первый, ссылка удалена. Второй, ссылка удалена. Если вдруг видел, покажи работягам. Парни, я не могу точно донатить во время игры. Видосы посмотрю как-нибудь, ну в конце стрима обычно я смотрю видосы. По поводу того, стримлю ли я ради сабжа, я уже говорил много раз, контент на первом месте, но бесплатно стримить я не стал бы никогда. Но контент при этом на первом месте. А что делать здесь, блять? Тут один стоит. Пытаюсь ограничить его фаром по максималке, чтобы он... Вот хуй тебе. Тупо рейд клик и придет паджик мэви, попадет хуком, убьем. Тупо рейд клик. Если на меня блинкнется, умрет. Я подможу. Хз, я не знаю, там антимаг должен убегать или нет. По-моему, он должен убегать. Хотя нет, по идее, если падж нажмет во время полета хука ульт, то антимаг не может блинкнуться, да. Это из-за паджика он вышел. Мне рука липнет к столу, блин, к коврику. Как может рука липнуть к коврику? Как? Реально, липнет к коврику рука. Чё делать? Here it goes. Ребята, да, мои челики идут. Да, убежишь из-под слова, да. Из-под 60% слова. Пошел проверять, челик. Просто проверь. Это такая имба, вы себе не представляете. 30% плюс 30%, это просто пиздец. Просто подбегаешь вплотную, челики не двигаются. Упс, вот и умер Сима Пупс. Рэндж Крифф. Боже мой. Я, что с тобой, долбоёб? Да все живы там? Это называется, чел уже решил против меня играть. Не на победу, а против меня. Чё делаем? Мы типа ждем, пока антимаг фармит. Почему? Антимаг? Of course. Блинкнулся. Like the wind. Ну что еще? Мама собирает сына в поход, двоеточие, вот положила тебе масло. Хлеб и килограмм гвоздей, точка. Ну зачем вопросительный знак? Понятно зачем. Масло на хлеб намажь и поешь, восклицательный знак, а гвозди вопросительный знак, да вот же они, положила. Бля, мне нет времени думать. Давайте мусор вынеси. Как оно не привязывает? Что?
А, это шутное дерево? Бля, за что? Это срубленное дерево? Что за хуйня? Ну, это дерево настоящее. Срубленное? Я думал, что не привязало. Рука постоянно прилипает к столу. Ну, реально тут можно проебать Изи уже. Ну, блядь, ты ж нажал! Привет, папас, гайд на проституток был Найтсовым, а гайд не на продажных женщин, дашь? На кого? На непродажных. Есть два типа женщин, продажные, где все одинаково, и непродажные, где все индивидуально. Мне кажется, арчит нужен. Даже против манты, даже против манты. Я могу блинкнуться, сделать арчит и привязать. Тогда ему манта не поможет, правильно? Потому что его союзники, по идее, должны убить. Ну тут сложный выбор, что собирать. Но это явно не Маустром. Не знаю, его убивать из меня или нет. Гем благодарочка отдельная. On my way. Есть гем теперь. Я не знаю, по двое-то заходить такое. Типа, зайди по двое-то. Антимах байбекнется, мы проиграем. И чем дальше? Здорово, долбоёбы! Давай, ставь, не поебать. Привязка от Батяни! Замедленный, братан. Сосать раки, ворвался Батя. Добрый початок! Здравствуйте, Владислав. Настоящий? Ну, что, все плохо настоящий? Добавь после своей привязки аплодисменты. Ну что еще? Должен два саунса, блядь? Почему мы одновременно даем саунса? Ну что еще? Здорова, Пабзан. Дота громче твоего голоса по фикси по МЗ. Громче моего голоса? Сейчас я послушаю себя. Усиление надо поставить на хотя бы 10. Так, я поставил пока усиление. Должно помочь. Домой очередной! Засни, рак! Pain, meet ugly, ugly, pain. Кикнул. Так, фикси микрофон. По-моему, вебка у меня не вей хуёвая. Ну что или еще? Они вей же размывают вебку. Привет или из нет? Челябы. Максим Натурал. Сейчас почекаю. Давайте не толкнем в кроносфере. На самом деле еще есть шанс, там, не знаю, 1%. Есть шанс проебать. 1%. Даже, не знаю, 0.5%, но они вы есть 0.5%. У Тимак же почти 6 слотов, как бы. Если сейчас все пятером умрем, будет неприятно. Что делаем? Вижу врагов. Я почти 25. Вижу челика. Буду, наверное, хуярить казарму. Я должен был еще давно хуярить казарму на похуй, просто, ну, я отвлекался на стрим.
Сори. Мне поебать. Да, долбоёб. Да. Ну ох, что МКБ еще? Нету. Сообщение. Легкая катка. Легко. Ладно, в принципе, ОД выиграл, ну, скорее ОД выиграл, чем я, поэтому я не буду подрубать гимныч. Хотя, ну, как бы, я хорошо играл. Просто я люблю подрубать гимныч, когда я выиграл именно, ну, больше всех сделал. Когда мой импакт самый топовый. Я нормально сделал, меня устраивает. Просто думаю, можно обойтись без гимныча. Легко. Стрим-снайперы, здорово, смотрите, стрим-снайперы, смотрите, я нажимаю поиск. Стрим-снайперы. Поиск нажимаю, да, проверьте. Вот смотрите, рофл сегодня, я компедиум. Смотрите. Блин, 50, блядь. Тут можно, короче, в компедиуме двойные играть. Ну что еще? ПТС, лол.